Украина, Харьков, добрый день. Сегодня понедельник, 1 августа. Первый день августа. Нельзя купаться, говорят. 2 часа дня. Купил я вот кукурузу. Начала продаваться кукуруза по 60 гривен. Вот 3 дня назад. Сейчас уже по 40 гривен за килограмм продают. Я поштучно брал. Вот. Вот жена 2 кукурузки уже с ребенком поели, 2 осталось, вот такая кукурузка молоденькая, хорошая. Свинке морской своему питомцу дал вот эти бодыля с кукурузы, он грызет довольный. Ну, кукурузку жена поела с ребенком. Я сейчас буду есть кукурузу, вот. Мое видео, сейчас оно по 40 гривен за килограмм, то есть на килограмм где-то 3 штучки выходит, если небольшие. Такая захотелось кукурузки, хотелось на речь, я ездил на речку на дачу, там интернет не ловил, в сторону Лозовой ехать 1,5 часа на электричке, потом еще пешком 1,5 часа, но мы нанимали машинку на Жигуленке, мужчина нас подвез туда, 100 гривен 15 километров и назад 100 гривен, все, потом сели на электричку, приехали, там наняли такси Южного вокзала, еще вышло 140 гривен. В такси потеряли браслет Mi Band, потеряла жена, расстегнулся ремешок. Сейчас выясняем ситуацию с таксистом, таксист не отвечает, написали службу поддержки такси, что они решат, будем думать. Такое, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Твой навсегда. Жмите на колокольчик. Всем приятного аппетита. До свидания.